Здравствуйте, это программа «Наше время». Меня зовут Кирилл Политов. Менее чем через 3 недели Барнаул услышит шансон «Истории в песнях». Это будет концерт, в котором выступят артисты местной сцены во главе со специально приглашенным гостем. Подробности проекта прямо сейчас узнаем у одного из участников проекта, Льва Шапира. Привет, Лев. Добрый день. Лев, вот сегодня я посмотрел в календарь, и оказывается, что 1 октября вся планета отмечает Международный день музыки. Как собираешься отметить этот день? Есть такое дело. Этот день собираюсь отметить очень просто. Вечером мероприятие, буду работать. Все. Концерт. Да. Запланирован да, концерт. Да, да, да. Слушай, ну вообще ты мне часто говорил, что Новый год или какие-то вот такие праздники тебе не часто удается отметить. Есть ли какой-то день в году, когда вот ты его запланировал и тебе предлагают концерт, ты говоришь, нет, я не выступаю, потому что сегодня праздник, и я собираюсь его, собственно говоря, отпраздновать. Какой это день? Нет, во-первых, Новый год я всегда отмечаю. Просто делаю это 1 января. Вот и все. А 31 декабря, да, действительно не отмечал Новый год, ну, лет 20. Есть день, когда не работаю принципиально. 9 мая. 9 мая? Да. Что ты делаешь обычно 9 мая? Ну, что я делаю? Ну, идешь на парад. Нет, ну, идешь по городу гуляешь, идешь на парад. Или смотришь по телевизору парад. Вот какие-то варианты. Думаю о жизни. 9 мая самый подходящий день для того, чтобы думать о жизни, о прошлом, о будущем, о настоящем. Вспоминать людей хороших. Делать это уединенно, либо в ограниченной компании. То есть крайне редко бывают какие-то мероприятия, в которых я участвую в этот день. Но это такие совместные какие-то большие программы, но в последнее время стараюсь и в них не принимать участие. 9 мая такой день, когда надо, ну, как-то проводить его, еще раз скажу, думая о жизни. Мне так кажется. Понял, спасибо. Шансон «Истории в песнях», вот про этот проект давай поговорим. Подробности, конечно, вот тебе хотелось бы узнать. Почему именно шансоны, какие песни будут исполнены, какие композиции запланированы? Легендарные композиции, знакомые с детства. Чуть ли не каждому жителю да. нашей страны. Мы да. хотим правильное понимание этого жанра в программе донести до зрителей, до слушателей. Все-таки немножко есть искаженное представление, на мой взгляд, об этом жанре, которое появилось в 90-е годы, наверное. Да, что-то да? это ближе к блатнику ну, да. такому. Да. Для меня шансон — это наполненное смыслом произведение, определенная, так сказать, структурной направленности и смысловой. Да? И шансон родом из советской песни классической. И шансон это уже не столько музыкальное явление, а столько, может, социальное. Я не знаю, все это в голове тщательно переработав, мы с рядом товарищей пришли к выводу, что необходимо сделать программу. Назвали ее очень просто «Шансон. История в песне». От Леонида Утесова до ярких представителей ныне действующих этого жанра. Михаил Шафутинский, Сергей Трофимов, ну и так далее, и тому подобное. И будут и старые добрые произведения родом из французского шансона. То есть будет такой взгляд на этот жанр со всех сторон. И репетиции идут уже достаточно давно. Ну, я надеюсь, будет интересно. Кто будет принимать участие помимо тебя? Потому что, ну вот я смотрю, по фамилиям-то очень неплохой состав по меркам Барнаула, края. Ну, я всегда придерживался мысли, что людей, которые профессионально делают свое дело, находящихся здесь, в моем родном городе, надо обязательно привлекать к каким-то масштабным проектам. И всегда стараемся мы делать именно так. В этом проекте участвует Виталий Гасаев, замечательный исполнитель, которого все знают, может быть, в основном, да, еще по тому КВН. Старому КВНовскому прошлому, он замечательный певец, так сказать, и грех его не привлекать подобным проектам. Еще один его будет товарищ по КВНу, Петр Винц, который вот тоже для меня, он открылся как исполнитель, мне кажется, очень интересно, он подает материал, и мне нравится просто. Здорово, надо же, делает. Потому что он обычно актер комедийного там жанра, да, насколько да, мне известно. Да. Владимир Кислов, еще один музыкант из его коллектива, Константин Башко, который замечательный гитарист, музыкант, да, исполнитель, Яна Филиппова, Александр Рухадзе,
представители бардовского цеха Вячеслав Таркаев и Ренат Баширов, Ольга Семенова, тоже певица, которая здесь находится в Алтайском крае. Ну и все музыканты моего коллектива, с которыми мы делаем все проекты, они все будут в этом, в этой программе присутствовать. Давай отдельно поговорим про приглашенного гостя. Да. Это Юрий Кузнецов-Таежный. Давай поясним телезрителям. Это актер, который сыграл главную роль в сериале «Легенда о круге». Ну да. Его роль в этом проекте какая? Он конферансье или конферансье-исполнитель? Или как он тут? Юра, на самом деле, мой друг. Мы с ним давно знакомы. Он, помимо этого сериала, еще много где сыграл. Безусловно. Да, и исполнитель он разных, так сказать, произведений в разных жанрах и в разных направлениях. Но вот после исполнения главной роли в вышеназванном сериале он как-то закрепился, да, прочно в этом жанре. Ну и возникла идея, почему бы не пригласить его и не сделать вот, так сказать, его участие в этом проекте таким знаковым моментом. Он будет исполнять, он будет исполнять, да, вести, он будет вести, и он будет определенную канву, так сказать, тоже ткать в этой программе. Как он откликнулся-то на твое приглашение? Легко или нелегко? Я ему позвонил, и он откликнулся. Прям вот по звонку решилось все буквально, да? Нет, я могу сказать, что я ему позвонил 24 раза, и он долго сопротивлялся, но на самом деле было не так. Я ему позвонил, предложил, и мы договорились. Понятно. Композиции, будут ли аранжировки новые или вот классические те самые? Будет микс из нового, старого, но направленный на создание атмосферы, которая сделала бы из случайного набора номеров программу именно. Это самое сложное, делать программу из отдельных песен, и чтобы какая-то хронология, какая-то цепь, так сказать, прослеживалась во всем этом деле. Но вот работа над этим ведется, аранжировки какие-то с новыми моментами в них, с новыми нюансами прорабатываются, видеоряд и так далее, и тому подобное. Все это в данный момент делается, времени у нас не так много осталось еще, 3 недели, но я уверен, что мы успеем. Скажи, пожалуйста, как ты выбирал композиции, которые будешь исполнять? И расскажи, какие все-таки, ну поделись плейлистом, да, с критиками. Во-первых, в концерте будет там и мое произведение, которое я писал для Михаила Захаровича Шуфутинского, одна из песен. И будет одна песня, которую я подарил Юрию Кузнецову Таежному. На этом мое скромное участие как автора в этой программе заканчивается. То есть две композиции, да, получается? Да, да. Ну, когда исполняют люди песни Александра Розенбаума, да, там, Сергея Трофимова и так далее и тому подобное, надо быть скромнее. Поэтому я... Ну, название композиции, ты же можешь. Я свои песни, я свою буду петь одну песню, и несколько песен, написанных классиками жанра. Одна из песен будет из репертуара Леонида Утесова. Так. Одна песня будет из репертуара Михаила Захаровича Шуфутинского. Ну, еще будут дуэты, трио. Это Михаил Захарович Шуфутинского, это новая композиция? Или нет, вот, это его старая, его старая песня, да. Ага. Написанная еще одним там легендарным человеком, не будем говорить кем. Ну, в общем, мы тщательно покопались в истории материала. Да, мне хотелось как-то и в свои какие-то ощущения от жанра проникнуть, и вспомнить какие-то песни, которые мне в какой-то момент были близки. И еще раз скажу, хотелось избавиться от неправильного взгляда на этот жанр, который сложился за крайние 20 лет. Старались, чтобы это было достойно и максимально музыкально, текстово мощно. И только песни, оставившие яркий след в истории российской песенной культуры. Лев, у нас буквально 30 секунд остается. Давай скажем, когда и, собственно говоря, где? Пригласим. 19-20 октября. Два дня, уважаемые телезрители. В 19:00 в великолепном зале, называется зал «Концертный зал Сибири». Не пропустите. Очень ждем. И здоровья, удачи, добра. Берегите себя, дорогие друзья. Спасибо, Лев. Отличное выступление тебе и твоим коллегам. Спасибо. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Лев Шапир. Он станет одним из участников концерта «Шансон. История в песнях». Постарайтесь не пропустить. До новых встреч.